Всем огромнейший привет! Меня спросила моя самая преданная подписчица Ольга, действительно ли знаки зодиака сдвинулись? А именно, Козерог стал с 20 января по 16 февраля, Водолей с 16 февраля по 11 марта. То есть вы поняли, каждый знак зодиака сдвинулся вперед. И самое интересное, что якобы Скорпион длится всего лишь с 23 по 29 ноября, а Змееносец у нас с 29 ноября по 17 декабря. Ну а Стрелец с 17 декабря по 20 января. Я весь этот список выложу отдельным файлом, если вам интересно. Ну так вот, я решила посмотреть. Взяла две колоды. Взяла колоду Месячно-Сяйва. Это моя новинка, очень мне нравится. И что же я увидела? Я увидела карту Звезда, карту Император и карту 8 кубков. Тема астрологии очень хорошо, как сигнификатор, показана картой Звезда. То есть она выпала сама, я ее не вытаскивала заранее. Император показывает, конечно же, ограничения. То есть сильно, насколько я понимаю, не сдвинулись звезды, не так, как здесь говорится, что Скорпион всего лишь 23 ноября по 29 ноября. Это всего-навсего что? 6 дней? Это ерунда, конечно же. Но по восьмерке кубков я так понимаю, что что-то вот поломалось. Какая-то вот эта вот фиксация четкая, вот как было раньше. Вот эти сроки, они несколько смазались по восьмерке кубков. Они несколько просочились и, может быть, знаете как, смешались, да, потому что вода это все-таки это растворение, это смешивание. То же самое показало и Таро миловидных ведьм. Вот смотрите, вот было ограничение, да, туз пламени. Потом некая информация пришла к людям, старая, да, старая древняя информация из старых астрологических книжек, устаревшая информация. И получается уже эта информация, она уже устаревшая, то есть уже поменялось что-то по карте башни. То есть что, вот эта теория, она не верна, но и так, как мы привыкли зачитывать, уже так астрология не работает. То есть некое смещение произошло и по восьмерке кубков, и по башне, безусловно. То есть все-таки смещение, да, но и полной правдой вот эта версия, которую я вам зачитала, не является. Вот такой вот был разбор. Предлагайте новые интересные темы для разбора. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео. Всех люблю. Всем пока.